Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І по понеділках ми приділяємо увагу нашому прямому ефіру темі медицини. І сьогодні у нас гість, я хочу представити, Людмила Уструх, завідувач жіночої консультації номер 3 міста Миколаєва. Вітаю вас, пані Людмила. Дякую, що ви відгукнулися на наше запрошення і прийшли сьогодні зі мною поспілкуватися, а також з нашими глядачами. І відповідно ми сьогодні торкнемося теми, наша тема розмови – планування родини, пологи, вагітність, післяпологовий період, словом, все, що цікавить батьків, майбутніх батьків, ми будемо намагатися дати конкретні поради і торкнутися конкретних питань. Тому телефон прямого ефіру 76-92-42. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, ставте, телефонуйте. Пані Людмила, ну для початку, на початку нашої розмови, скільки жінок сьогодні знаходиться на обліку в консультації і основний профіль діяльності? Наша женская, третья женская консультация, которая находится на Намеве, Киевская 3, будем рады видеть в гости, обслуживает население, женское население 71 929 человек. Здесь входят женщины, как беременные, гинекологические, беременные гинекологические женщины. То есть мы ведем прием женщин нашего района обслуживания. Кроме нашего района обслуживания, мы всегда с радостью принимаем, и главный врач наш никогда в этом не отказывает, с подписанным заявлением женщины районов и женщины районов города. Інших районов. Да, інших, да. Не лише вашого району. Скажіть, будь ласка, жінка вагітна, зазвичай вона приходить до акушер-гінеколога до консультації вже, власне, на період, на цьому цікавому періоді, якщо вона знаходиться в цьому цікавому стані. Але ми знаємо, що дуже важливий і базисний період – це період планування родини. Скільки цьому періоду приділяють наші жінки увагу? Ну, ви знаєте, що похвально і що зараз вже дуже радує, що багато наші жінки, наша молодь, да? Тобто, благодаря, наверное, все-таки средствам массовой информации, благодаря нашей работе, то, что мы приглашаем, то, что мы объясняем с детства, например, маму уже ведем, девочки, и они приводят за руку нам этих девочек, они очень многие сейчас готовятся и очень сознательно готовятся к беременности. Они проходят тот комплекс обследований, который необходим для беременной женщины. Ну, конечно, что и не всегда приятно, когда приходит женщина с заболеваниями, но уже беременная. То есть мы получаем женщину с беременностью, а, например, с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями. И когда мы задаем вопрос, почему, что, как, это часто бывают женщины, ну, на данный момент, это переселенцы. Женщины с районов, которые поменяли место жительства. И, конечно, мы тогда уже разбираемся с этой женщиной по ходу данной беременности. Планування родини, планування сім'ї. З чого має починатися цей період? Звернути на першу чергу на стан здоров'я своєї, чоловіка. З чого? Це обов'язково обоюдне. Во-первых, жінка повинна вибрати доктора. Доктора, которому вона довіряє. Вона повинна прийти и поделиться, в принципе, гинеколог, да, акушер-гинеколог. Это, в принципе, я всегда сравниваю своим женщинам со священником. То есть она идет делиться самым сокровенным. То есть это всегда, некоторые женщины считают, что это где-то может быть, ну, не всегда она может поделиться даже с подругой своими такими сокровенными тайнами. Но она должна прийти с доверием, и чтобы доктор точно так же ее встретил. И тогда уже мы планируем беременность. Мы предлагаем женщине обследоваться. Проходит обыкновенный гинекологический осмотр, что туда входит. Взятие мазков обыкновенного бактериологического на цитологию, осмотр шейки матки в зеркалах, проведение кольпоскопии, осмотр внутренних половых органов. И затем женщина, если нуждается, мы делаем дополнительные методы исследования. Это УЗИ, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез. Если требует дальнейшее, мы обследуем женщину на заболевания, передающиеся половым путем, гормональное зеркало, ну, гормоны. Затем ТОРЧ-инфекция, что это? Краснуха, герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз. То есть эти исследования, конечно, лучше пройти до беременности. А вже загострення цих інфекцій може дати негативний вплив, якщо під час вагітності. Однозначно, ці заболевания, то есть, они губительны для ещё не родившегося малыша.
То есть и ребенок внутриутробно получает эту инфекцию, и очень часто, например, потом, когда проходит, ну, вернее, происходят какие-то печальные потери, перинатальные наши потери, это антенатальная гибель плода, внутриутробные, да, или замершие беременности в маленьких сроках, выкидыши, почему-то пациенты начинают не с себя. Они всегда говорят, что, ну, виноват медперсонал. Но чаще всего женщина должна подумать, так же, как вот обследовать себя, мужа, и понять, что, например, беременность для нее просто необходима, и это, ну, бесценный дар, который может выносить каждая женщина. Я читала, готуючись до ефіру, що школи материнства зараз називаються школами відповідального батьківства. Да. Зміна назви, вона до чого? Ну, чому? Зміна назви веде, наверное, до того, що тут уже не только мы привлекаем маму, да, мы изначально настраиваем, вот с первой явки женщины, беременной женщины в консультацию, мы ее уже информируем о том, что должен быть и муж принимать в этом участие, что мы информируем ее о партнерских родах, и поэтому это идет відповідальне батьківство, чтобы мама сразу, вернее, муж сразу ощущал, что он ответственный уже за семью, чтобы это было... В унісон. Відповідальний батько. Ось такі книжки, да, при встановленні на облік, вагітна жінка, отримує ось такі книжки. Да? Да. В ньому, будь ласка, ми зараз покажемо ось такі. Це одна. Які запитання має обов'язково поставити акушеру-гінекологу, а потім і лікарю-педіатру жінка? Обов'язково, щоб це було так у неї запам'яталося. Ну, во-первых, в первую очередь, женщина должна прийти, ну, мы заводим такую маленькую карточку, это называется обменная карта, которая выдается на руки беременной женщине. И вот такая карта получается, большая карта, которая находится в кабинете у доктора, это индивидуальная карта ведения беременности. Что она с себя включает? В первую очередь, что мы собираем анамнез, смотрим, проводим гинекологическое обследование, и уже заполняется анкета беременной. Женщина должна, ну, тоже как на исповеди, чистосердечно ответить на поставленные вопросы, чтобы уже доктор знал, с чем он работает. Ну, потому что очень многие женщины почему-то считают, что, например, это не нужно информировать доктора о каких-то заболеваниях, и случайно это в ходе уже течения беременности, ну, выясняется. В первую очередь, какие вопросы должен все-таки должна поставить женщина? Как она должна приходить? Какие анализы она должна сдавать. То есть уже как бы доктор и пациентка, они должны работать в одной команде. Почему? Потому что они, в принципе, достигают одной и той же цели – получить здорового малыша. И сразу же уже с доктором они составляют план ведения беременности. Доктор информирует ее о всех необходимых обследованиях, которые, ну, мы проводим согласно 417 приказу. Это протокол ведения оказание акушерско-гинекологической помощи в Украине. И женщина все, по идее, что, когда, зачем и для чего. То есть вот эти все, ну, даже я не знаю, тут очень много вопросов может возникать. Вы знаете, я бы назвала возникать. Такий певний паспорт вагітної жінки під час вагітності. Да, вона однозначно має з ним знаходитися всюди. Постоянно. І постійно, так, у поїздках, якщо бувають такі поїздки, там, відрядження, якщо жінка працює. Всюди, аби знати стан здоров'я жінки. Я зараз хочу запропонувати нашим глядачам та нам з вами подивитися фрагмент з програми «Здорове життя». Наші кореспонденти знімали цей відеоматеріал якраз на базі жіночої консультації номер 3. Будь ласка. Вагітність – це той період у житті жінки, коли їй доводиться переглянути свої звички та спосіб життя. Безумовно, необхідно відмовитись від вживання алкоголю, паління, надмірних емоційних та фізичних навантажень. Зазвичай вагітна жінка відвідує лікаря приблизно раз на місяць. Але вона повинна знати тривожні симптоми, у разі виникнення яких звертатись до жіночої консультації потрібно негайно. Один з основних видів обстеження під час вагітності – це ультразвукове дослідження. Мы полностью проводим исследование ребенка, обследование всех структур, органов плода, их
функционирование, правильное развитие. Делаем замеры ребятенка, определяем срок беременности. Данная беременная, там, срок беременности соответствует 22-23 неделям. Мальчик будет. А вы всегда говорите по грудному? Ну, если видно, если я в этом 100% уверена, то, конечно, да. Хотя иногда бывают женщины, которые не хотят знать пол ребенка, хотят сюрприз. Звичайні пологи відбуваються під наглядом акушер-гінеколога, який приймає рішення щодо необхідності втручання у пологовий процес, анестезіолога, неонатолога, він оцінює стан новонародженої дитини та надає допомогу, якщо це потрібно, і акушерки, яка, власне, і приймає дитину. Пологи вважаються нормальними, якщо проміжок часу від початку переймів до народження дитини складає не більше 18 годин у жінок, які народжують вперше, та 12 годин в інших випадках. Вже понад 10 років в Україні практикуються так звані партнерські пологи, коли поряд із жінкою перебувають близькі люди – чоловік, мати, сестра або подруга. После выхода приказа 2007 года, 234-го, согласно этого приказа, у нас организованы индивидуальные родильные залы. Значит, каждый родильный зал оснащен у нас по такому принципу, как этот родзал. В каждом родзале находится одна женщина, она находится с партнером, муж, который может помогать женщине в первом периоде родов. Первый период самый длинный по времени, самый болезненный период. И вот партнеры могут быть и мама, может быть и муж, и сестра, и подружка. Они все проходят и просто психологически поддерживают. Могут спиночку потереть, могут просто морально даже погулять по родзалу. Моральная поддержка идет большая со стороны партнеров. Для перебування у пологовій залі необхідно надати довідку про результати флюорографічного дослідження. Ну, і, власне, ми зараз побачили деякі фрагменти з життя, так скажімо, і підготовки жінки до цього важливого процесу. Не лише жінки, як ви бачили, у пологовому залі знаходиться і чоловік. Зараз пологові зали виглядають не так, як раніше, там звичне гінекологічне крісло, але стільці бачимо, м'ячики, сходи. Це спільні роди, так? Я да. Розумію. Це партнерські роди. У нас, в принципі, зараз родзали максимально приближені все-таки к домашнім условиям, щоб жінка, переступає порог родильного залу, не испытывала знову опять о том же, говорим, стресса. Плюс вона йде з партнером обов'язково на роди, потому что она психологически доверяет и раскрывается гораздо больше тому человеку, с которым, ну, которого она знает всю жизнь, да? Это может быть, так как сказала Анжелика Селовна, мама, муж, подруга, сестра. И в уютном этом родзале она чувствует себя гораздо комфортнее. Поняли, у нас есть телефонный звоночек, будь ласка, мы вас слухаем. Так, будь ласка. Алло, здравствуйте. Доброго дня. А подскажите, пожалуйста, если я проживаю не по адресу, вот я проживаю на проспекте Героев Сталинграда, могу ли я стоять на учете в третьем роддоме? Дякуємо. Дякуємо. Да, без проблем. Вы можете обратиться в наш роддом, в наше родильное объединение. Главный врач подписывает заявление. Форма заявления у нас находится в регистратуре. И тогда уже после подписанного заявления, если у вас нет договоренности в том плане, что ну, с доктором вы не знакомы, вы подходите ко мне, и я тогда уже определяю вам доктора, кому вы можете встать на учет. Милости просим. Так, продовжуємо тему пологових партнерських пологів. Вимоги до цих, аби були присутні батьки або чоловік був присутній на пологах. Ну, вимоги таких особливих условий нет. Во-первых, желательно, чтобы супружеская пара или партнерская пара, да, прошла школу матери, была информирована и психологически готова к этим партнерским родам. И флюорограмма, пройденная флюорограмма и забранная справочка, что семья на учете не состоит, что может быть, ну, для ребенка опасным. Больше никаких. Чистая... Ще слухаємо телефонний дзвіночок, будь ласка. Алло, добрый день. Добрый день.
А подскажите, пожалуйста, вот у меня такая проблема. Я беременна, стою на учете, но очень боюсь рожать самостоятельно естественным путем. Вообще реально как-то договориться, чтобы мне сделали кесарево сечение? Дякуємо, актуальне дуже таке сучасне питання, іноді жінки до цього схильні. Здесь це неправильна позиція у вас. Кесарево сечение делается, это не такая операция, ну вообще любая операция, это всегда операция. И кесарево сечение делается только по показаниям. Если у вас нет таких показаний, вам нужно просто-напросто открыться и поговорить с вашим доктором, чтобы доктор объяснил все «за» и «против». То есть операция – это всегда гораздо сложнее, чем физиологические роды. За природных пологов какие? Чтобы наша женка почула зараз. Значит, за природные, ну, за естественные роды. Это физиологический процесс. Это нет пересечения никаких нервных окончаний. Нет, этот ребенок травмируется гораздо меньше, он идет более подготовленным. То есть плюс сама женщина после кесарево сечения гораздо, ну, чувствует себя менее комфортно, чем после обыкновенных родов. Гораздо длительный более период восстановления. То есть, ну, очень-очень много масса преимуществ естественных родов, когда женщина родила и спокойно себе дальше идет в социальную среду. А для ребенка считается, что кесарские дети, они все равно не преодолевают вот этих трудностей, которые они этот. И изначально они идут, ну, вот уже даже немножко, может быть, не настолько адаптованные во внешней среде. Да. Вы знаете, мне кажется, что иногда женщины побоятся этого болевого синдрома и хотят самое... не проходити природним шляхом. Сейчас, пожалуйста. То есть есть эпидуральная анестезия. Она делается при открытии, ну, там 4-5 сантиметров. Тогда, когда вот самый болевой вот этот порог наступает, и по идее женщина ведет, вот раньше мы говорили, вот на Западе рожают вот так. У нас тоже теперь рожают так. При грамотном анестезиологе, при хорошей сделанной эпидуральной анестезии женщина чувствует себя очень комфортно на родах. То есть, и когда я раньше задавал вопрос и спрашивал, когда ты придешь к нам в следующий раз рожать, она говорила, не-не-не-не. Говорит, а когда можно? Когда можно. То есть, без проблем. Приемно. Так что эпидуральная анестезия – замечательный метод обезболивания в родах. Сьогодні в більшості випадків дітки після народження перебувають разом з мамою від моменту народження. В чому знов-таки плюси цього перебування? А можливо, якщо є і мінуси протипоказання? Наверно, тільки плюси. Тобто, зараз наші всі дітки, если не имеют противопоказаний, это заболевание со стороны матери, серьезных заболеваний со стороны матери, это тяжелое ее состояние после родов, там, тогда, когда она не может в силу каких-то возможностей, или какие-то заболевания, например, там, пусть это будет туберкулез, открытая там форма, но бывают такие случаи, когда женщина приходит необследованная, такие асоциальные женщины, и сразу приходят и рожают, а потом это все выясняется. То ребенок, опять же, что ребенок, что мама, не испытывает стресс, опять я о том же стрессе, идет обсеменение сразу микроорганизмами мамы, то есть ребенок не находится в стерильных условиях, ну, выполняется вот тот тепловой ланцюжок, что ребенок никуда, нигде его, ребенок находится сразу полностью в комфортных условиях, то есть и мама не испытывает стресса, что она разлучена сразу с малышом. Прибывает нормально молоко, идет нормальная лактация, нормальное питание ребенка, то есть все преимущества налицо. Не нужно ребенка отсоединять от мамы никогда. Вы же говорили про стан здоровья, коли заповнюються картки, ось такі обов'язкові медичні. Які хвороби? Хворіє жінка на які хвороби? А які виділяють групи ризику серед вагітних жінок? Є три групи ризика. Тобто перша, друга група – це ну, практично плюс-мінус здорові жінки, але є небольші відклонення. Третя – це висока. Вони розділяються по степеням. Тобто низькі... І оцінюємо їх по балам. Є спеціальна шкала, по якій йде збір акушерського анамнеза, сопутствующие экстрагенитальные заболевания и осложнения, которые женщина переносит во время данной беременности.
И получается совокупность этих факторов, и мы таким образом оцениваем группу риска. Первая группа, вернее, первый раз мы оцениваем при постановке женщины на учет, мы ставим одно количество баллов, относим к одной группе. Потом во время беременности в 20-21 неделю мы переопределяем эту группу риска, и уже в 32-36 недель. И тогда уже мы можем вот с этой последней оценкой, женщина идет на роды. Для чего? Это не диагноз ни в коем случае. Это доктор по этим группам риска проводит дополнительное обследование. Те, которые не должны проходить здоровые женщины, да, вот с обыкновенной беременной. То есть и также уже настраивает доктора родзала, что нужно на это обратить большое внимание, на эту женщину, и определить ей больше внимания на какие-то моменты. То есть она угрожаемая может быть по невынашиванию, преждевременным родам, по кровотечению, по преэклампсии, это вот эти гистозы беременных. То есть вот, ну, чтобы женщины не обижались, что вот где-то что-то как-то вот мы оцениваем. Это просто как бы какая-то визитная карточка каждой женщины. Жінки з, так скажімо, асоціальних верст населення. Як ви працюєте з такими жінками? Мы с такими женщинами, во-первых, с социальными женщинами, мы их проводятся дородовые патронаж, женщина переступила порог консультации, проводится патронаж. То есть в каких она условиях находится, есть ли у нее возможность воспитывать дальше малыша, если выявляются какие-то, ну, низкие материальные, да, вот там материальный уровень, то есть плюс женщина находится в группе асоциальных, это пьющая, наркоманка, ну, ведет довольно-таки... Туберкулез, вы сказали, ну, да? Да, тут, ну, туберкулез, это мы тогда уже тут... Она не идет как асоциальная, это тогда, когда вот она, например, наркоманка с туберкулезом и не стоит состоящая на учете. Тогда мы можем. Мы содружественно работаем с центром социальной защиты населения, то есть обязательно передается информация, и они нам помогают работать с этими женщинами. Скажіть, будь ласка, вагітні жінки і шкідливі звички. Таке актуальне питання. Що ви порадите таким жінкам? Ну, стараться, во-первых, в первую очередь, всегда говорю, что женщина не может, да, например, настолько, если она курила, перестать курить, если она, ну, не совсем осознает важность, да, этого вредного агента. То есть, ну, хотя бы уменьшить количество сигарет, выкуренных сигарет. Про алкоголь здесь не идет речи. И точно так же про наркотики. Конечно, если женщина планирует беременность, лучше исключить эти вредные факторы, которые очень губительно влияют на нашего малыша. Еще, наскільки змінюється вік вагітних жінок? Я маю на увазі молодшення вагітних жінок. Женщина наша, я поняла вас вопрос, и тут пытаюсь быстро ответить. Женщины, наоборот, возраст у нас увеличился к 40. Женщины рожают в 35, в 40, в 45. То есть, и это сейчас считается вариантом нормы. За счет того, что... Ну, как нормы? Потому что за счет того, что женщина вынуждена зарабатывать, да, в себе на жизнь, должна сделать карьеру. То есть, мы тоже опять переходим, как когда-то были... В Европе где-то, что женщины в это время больше беременели, рожали. Сейчас у нас молодежь рожает, но очень много женщин, которые за 30. Женки-підлітки рідко зустрічаються, вагітні. Дівчинки. Эти меньше, меньше, конечно, но тоже есть. Есть и 13-летние беременные, и 14-летние беременные, но это тоже особое, что в эту сторону, что в эту. Это идет вот, она так даже вынесена у нас, что меньше 16 лет и больше 35 лет вот в этих факторах риска. То есть особое внимание уделяем девочкам-подросткам, потому что они еще не адаптированы в социальной среде, и им нужно обязательно помочь, чтобы они спокойно могли беременеть, рожать и вынашивать беременность. Ну, залишається кілька хвилин до закінчення нашого прямого ефіру. Так, якщо підсумувати нашу сьогоднішню розмову, який основний висновок і, можливо, поради батькам? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы каждая женщина знала, что она должна стать матерью. Это раз. Во-вторых, она должна к этому подойти сознательно, обследоваться и вместе со своим супругом решить, что это им просто необходимо. И всегда, чтобы она нашла своего доктора и могла возможность обратиться, и всегда будем рады
принять и обслужить наших женщин. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Що ж, бажаємо родинам, в яких жінки тільки но знаходяться у цьому цікавому і важливому стані, народження здорових діточок. Ну, а родини, в яких вже з'явилися маленькі діточки, лише приємних емоцій від кожної хвилини спілкування з немовлям. Я вам дякую за увагу. На все добре.